Заходите сюда, к нам. Так. Брат, ты не почитал, так помолишься, хорошо? Сейчас мы сначала споем. Царю небесный, утешителю души истины, и живиздецы, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю, приди вселися мны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш Небесный, благослови наше занятие по Слову Твоему, даруй, чтобы Слово Твое осталось в сердцах наших, дабы мы несли его другим людям. Господи, пребудь с нами, Тебе за все хвала. Отец и Дух Святой, аминь. Аминь. Так, Евангелие от Иоанна у нас, братья, сегодня 28, да? Да, 28. Января. Вот закончилось только что крещение Господне, праздники. Вот мы продолжаем, поэтому пели сегодня Царю Небесному. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 54-57 стихи. Я просто напомню, мы их как бы прошли толкование, оно небольшое. О чем это оно было? А вот комментарий Игната Тихоновича не прочитали, поэтому мы сейчас читаем Слово Божье. «Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим пред Пасхой, чтобы очиститься». Когда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу, как вы думаете, не придет ли он на праздник? Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. То есть, видите, за ним охотились, как уже. Настоящую охоту устроили, учинили, потому что поняли, что они проигрывают во всем. Ну, с Христом сравниться невозможно никому. А раз невозможно, то зависть идет. И вот толкование блаженного Феофилакта нам говорит такое. Если бы только простецы это делали, их пристрастие показалось бы делом невежества. А то фарисеи дают приказание объявить о нем и схватить его. Ну, простецы, как помните, его царем хотели там постановить. Потом хотели сбросить его со скалы, когда он сказал эти слова еще первые в синагоге там у себя. В Капернауме. И решили просто сбросить со скалы. Простецы такие. Ну, у них просто все у простецов. А это фарисеи. И фарисеи делают такие, то есть без всякого суда, не смотрят на то, что Христос ничего плохого не делает, но слова жгут обличением. Слова. Господь прилично удаляется от них, то есть Господь, чтобы их не раздражать, я как раз об этом говорю, он уходит, убегает туда, где в пределы пустыни. А почему в пустыне? Ну, туда никто не пойдет из сильных мира сего, что там в пустыне делать? Они все при садах, при фонтанах, при чистой водичке хорошей, при своих послушных рабах, слугах, кто они там, близолюдов и так далее, лизоблюдов. Это не люди. Которые преклоняются перед их умом, там, величием и так далее и тому подобное. А Господь один опять в пустыне. В пустыне он что, искушаем был от дьявола? А тут дьявол не подходит к нему, он просто там живет. Не проповедует, что ли, Господь? Ну, как бы отдыхает, молится, называется. А перед чем отдыхает он? Набирается сил Господь, ангелы, говорит, служили ему. Так что, вот так. Не всегда там нужно где-то в обществе там показывать там мудрость свою. Итак, Господь прилично удаляется от них. Слово, то есть Христос, оставив Иудею, вышло в пустыню Ефраим. То есть, это церковь из язычников, оплодотворенную Евангелием. Вот так, церковь из язычников. То есть, что там было в этом Ефраиме, я не знаю. Ну, там язычники были, арабы были, измаилитяне. Вот что там были.
и совряне. Он там с ними, видать, беседовал, или они приходили к нему. Интересно, да. Вот теперь Игнатий Тихон начинает слова церковь из язычников оплодотворенного Евангелием. Ну, как будто Евангелие – это какая-то земля, и туда упало семя, и вот оно раз, взошло, как бы вот такое, и получились вот плоды прекрасные. Что такое оплодотворение словом? Началось оно в раю. От слышания слова зарождается вера. Хотя главная информация в человеке поступает через зрение, но в вопросах веры Бог установил иной порядок. Предпочтение отдается слуху. Ну, потому что многие люди слеповаты и так далее. А многие не любят смотреть и видеть истину. И послание к Римлянам, 10 глава, 17 стих. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Когда евангельское слово попадает в слух человека, то душа оплодотворяется евангельским семенем. Начинается плодоношение, катехизация. Ну, это Бытие книгу вспоминаем, как Господь все сделал. Без света солнца на третий день начали расти растения. Пошли там зелень, трава и деревья. А солнца нету. Солнце, а свет тогда, откуда свет? Свет, этот свет, думают многие святые, свет от Бога, с небес свет, небесный свет. И этот небесный свет, он оказался двоякий, то есть он оживотворяет прям материю, оживотворяет, появляются живые существа. Растение – это живое, ну, не существо, а это нечто живое, но только не перемещается, оно умеет расти. Оно, у нее есть как кровь, вот эти соки. А самое главное, растения, что нам дают от этого света божественного, они нам дали жизнь. Они дают воздух, они дают кислород. То, что самое для человека негодное, больше всего люди при пожаре умирают не от ожогов, а от того, что нечем дышать. Углекислый газ. И вот этот углекислый газ, эти растения, которые от света божественного начали расти, они забирают вот этот весь углекислый газ и дают нам чистый воздух. Это Господь этим показывает свою чудотворную силу, живительную на жизнь. Даже такое простое дело, свет, ну вот свет, вот мы просто видим, а как он оживотворяет. И люди там, ученые и так далее, а как же, как получается так, что ну в землю там, а земли-то еще нет, какая земля этих... Ничего нету, скалы одни. Ну, только Господь жизнь-то зародил. Да. Ну, только вот суша появилась. И вдруг откуда деревья там, ну, вот просто вот начали расти от того, что в солнце, вот не в солнце, а в этом свете, которое даже солнца нет, небесном, есть вот эта животворящая сила. И теперь, оказывается, энергию можно накапливать, уже много сейчас чего знают. А Господь взял и на четвертый день этот свет свой заменил солнцем, луною и звездами. И так интересно, главное, что солнце светит, а звезды издалека-издалека светят, отражаются от своих там звезд. Солнце – это звезда. А луна, она показывает, как это все работает. То есть солнце светит на луну, ночь наступает, луна так иногда ярко светит, на нее прям смотреть тяжело. Да. Ну, тут у нас дымки там всякие, это мы сами виноваты. А так, то есть Господь дал нам светило и ночью. То есть ночи как таковой нету для нас. Это чудо Божие. А тьма, это где нету вообще никаких признаков света. А Господь, говорит, соблаговолит, любит обитать во мгле. Во мгле. Ну, то есть, чтобы было темно. Почему так? Почему? Вот это, любит это делать. Это тоже духовное все. Господа не видел никто никогда. Для того, чтобы человек не возгордился, Господь ему показал всю свою любовь, а себя он не может показать. Потому что он не чувственный, а ведущий. Ведением нужно знать Бога. Ведать, что он дает вам веру. Вот. Душе. Душа оплодотворяется этим светом. Странно, да? Получается, что видимое, которое растения пошли расти, и Господь вот так все переделал, и мы зависим теперь
И от небесного света зависим. И, это, и вот этот Григорий Палама столько боролся за то, чтобы рассказать об этом нетварном свете. Рассказать, что он есть, этот нетварный свет. Вы понимаете, есть. Этот нетварный свет, он наши души просвещает. И в конечном итоге победили. Победила эта точка зрения. Что надо только принять это. Как вот это самое сложное. То есть мы должны открыть сердце навстречу. И тогда семя Господня, оно в нас возрастет. Вот смысл-то в чем. Дальше. Начинается плодоношение, катехизация. Быть может, в ранние времена и в Израиле, при жизни Христа, где люди знали закон Моисеев, этот срок исчислялся самим временем слышания. Деяния 8 глава, 36 стих. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему, Филипп это от 70, диакон даже Филипп: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу. И сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Филипп его крестил, то есть он его погрузил, все. А когда вышел он, то Дух Святой на него снизошел, на Евнуха. А Филипп не мог преподать ему Духа Святаго. Почему? Он был диакон всего-навсего. Вот видите, какое тут где, какое крещение было. Этим людям не хватало только вести о пришествии Мессии. Вот она, весть, это вот самое ведение. Вера приходит. Как вера приходит-то? Нужно что-то слышать, нужно что-то знать, чтобы вера пришла. Ты должен все-таки о Боге знать. Не может так быть, что ты ничего не знал о Боге, и вдруг бабах, тебе вера пришла. Ну, не бывает такого. То есть, ты где-то что-то уже слышал, где-то ты против даже был. Ты был холоден. Там, или ты наоборот, о, интересно бы еще послушать. Главное, чтобы не было равнодушия, говорит Слово Божие. Чтоб ты такой: да, мне это все равно, у меня все есть. Вот это немножко равнодушие, оно было у этого юноши богатого, который не пошел за Христом. Он говорит: хочу спастись. Господь ему все сказал, а он такой отошел с печалью, даже ничего не сказал. Да, Господи, он сказал бы: мне так жалко имение, помоги мне, Христос, пойдем, поможешь или что. Нет, ничего не сказал. Ничего, просто отошел и все. Но уже во времена собора, времена распространения евангельской проповеди по всему миру, среди язычников этот срок оглашения, чревоношения был установлен в несколько лет от 3 до 5. Человек должен был порвать с оставшим ему враждебным родством, прежним научением и полностью переродиться, родиться свыше. То есть вот еще во время оглашения ты уже должен получать вот это перерождение. Церковь проверяла уверовавших длительным сроком испытания, насколько серьезно было решение принявшего евангельский путь, евангельскую весть. Время рождения, становления христианином, то есть момент допуска к святому крещению, определял сам епископ, обладающий всей полнотой духовной власти. И это решение принималось как от Христа. Оплодотворение словом евангельским завершалось рождением в водах крещения. Мы видим это вот прямо сейчас. Если мы тут рядом друг с другом еще, ну и какие-то можем тут делать выводы, посмотрели друг другу в глаза, немножко там что-то произошло, опять можем посмотреть. Вот мы сейчас вот, пожалуйста, можем друг другу что-то сказать. Вот Лена Политыкина, она легко показывает это. Я попросил ее: Лена, скажи обо мне там что-нибудь такое, чтобы я, мне плохо было. Она встала и все рассказала мне. Нет. Я говорю к тому, что я-то попросил немножко по-другому это рассказывать, конечно. Ну, не так, чтобы совсем. Но она решила всю правду, как бы матку сказать. Ну, сказала, не посоветовала. Ну, она забыла, что прежде чем такое выкладывать, что я там чуть ли не греховодник, там, и поэтому всю ее жизнь сломал во Христе, надо обратиться было сначала ко мне один на один, потом к братьям, если я не принял, потом уже к собору церковному. Это церковно-приходской совет. Это 18 глава Евангелия от Матфея. То есть вот так-то правильно нужно. А у нас обличение, мы же обличаем друг друга.
И часто мы не совпадаем друг с другом, поэтому получаются такие у нас, бывают ну, раздоры и так далее. А мы должны прийти все равно к концу дня, ты должен все простить, все позвонить с кем ты действительно, кому, с кем нагрешил, там, кого ты там. Да, конечно, искренне. Не так, что прости меня, Христа ради, прости меня. Это каждые 5 секунд. Нет, ты должен это все понять, ну что я сделал. Что я человеку вот прям. Но иногда мы можем не понять это. Поэтому сегодня. Ой. На сегодняшний день у нас есть прощенное воскресенье. Не сегодня оно еще, слава Богу. Это будет. Когда оно будет? 18-го, да? Или 17-го? 18-го, да? Сейчас вам скажу, когда. Марта! Не февраля! Марта! 18-го. Представьте, Господь дал вам. Как бы. Немножко скоромного поесть, кто ест скоромное. 17 марта будет прощенное воскресенье. Запомните этот день. А мне легко, у меня у мамы день рождения 14 марта. Я поэтому. У меня тоже. А у меня 13. У тебя 14 марта день рождения, да? Да. Очень редко бывало, что у мамы на ее день рождения. Было что-то можно скоромное есть. Mm-hmm. И поэтому она: ой, сынок, да какой у нас день рождения? Так, картошечки сварю там. Такая все сетовала мамулька. Оплодотворение. Рождение. Сегодня в православной церкви ничего этого нет. Предполагается, что родившись в христианской семье, восьмидневный младенец, вот прямо у нас прям по езде, правильно или неправильно крещенный, уже стал членом Христовой Церкви, родился свыше. И теперь вот мы за него все отвечаем, опять как всегда, как мы отвечали за вас, когда вас крестили, старосе, вы вдвоем, двойное крещение, такое еще не было ни разу, двойное крещение было. Рядом стоял я, Лев Польгуев с тобой на руках. Ты был такого, как индеец, этот красного такого, ты был краснотелый такой. И ты был побольше немного. А Тарасий такой, как кукла, поменьше. Ну так и вышло, что росли, и уже там, я в каком году у вас? В 19-м году ездили мы в Потеряевку. Он уже был на 5 сантиметров выше Тарасия, а Тарасий все хотел показать, что хоть он и выше, а он. Еще такой крепкий, плотный парень. И все задирал, ходил. Я говорю: братья, нельзя задирать друг друга. Помните, как я вас увещевал, когда вы там? Братья, я вас прошу, только не деритесь. Только сядьте, если что-то там такое, поговорите как следует. Ну там, спросите у старших, только не деритесь. Потому что если вы в таком состоянии придете во взрослый возраст, представьте, вот сейчас бы вы продолжали там какие-то ваши там политические дебаты. И сейчас бы вы подрались. Вот сейчас бы вы друг дружку нанесли настоящее увечье. Один другого бы толкнул, затылком кто-то ударился, этот туда бухнулся, и оба нету никого. Зачем? Зачем? Господь говорит: избери жизнь. Не надо никакой, не надо злобы ни на кого иметь. Тем более брат. Прости. Двойной брат. Брат во Христе и брат. Это же так вот, у меня нету брата сейчас. Вот был бы сейчас брат, сейчас бы мы обделали там дом, все подстроили там и так далее. Сейчас бы уже там на втором этаже еще кто-нибудь жил. А так, все, я ничего не могу делать. Нету брата. Ну ладно, дальше идем. Берегите. Сам ребенок не мог вкушать эту необыкновенную манну. То есть откликнуться на проповедь Евангелия. А значит, и все остальное, что делалось с ним, идет не по евангельскому пути. Не случайно в первые века решение откладывалось буквально до смертного часа, креститься или нет. Как у Константина было это. Иоанн Златоуст крестился в 30 лет. Ну, там около 37 было. Сегодня подавляющее большинство членов православной церкви из язычников, не из евреев. Не раз проповедь не оплодотворен Евангелием. Христианский путь их начался не с уверования через проповедь, а через привычку хождения в храм на исповедь и к причастию. Да, грустно. Сегодня главной движущей проповедью священников является: как можно чаще посещайте храм, богослужение, как можно чаще исповедуйтесь и причащайтесь.
Феофилак понимал слова Христа в истинно евангельском духе, что уверование начинается не с этого, но со слышания слов Евангелия, с благодати призывающей, которая переходит в благодать обращающую, когда человек откликается на призыв Христа. Сегодня же, минуя евангельское слово, человеку сразу же пытаются привлечь к благодати освящающей, буквально с улицы к таинствам. И это есть не евангельский путь. Господу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть так мы прочитали 11 главу, закончили вот таким, ну, о сегодняшнем дне, о Христе. О Христе. Что тут говорится? Все ищут сильные мира сего, как бы им остаться у своей кормушки власти. И сребролюбие – корень всех зол. Поэтому, когда вы идете на благовестие, проповедуете где-то и так далее, вы должны все это держать в уме и знать, с кем вы беседуете. Вы беседуете с обманутыми людьми, простаками, как об этом говорит Слово Божие. Вот эти простецы, они науськаны сильными мира сего, и они ищут, как до вас докопаться, если они услышат слово проповеди. Ты мимо проходишь, тебе еще непонятно. Ты с бородой, чистый, одетый хорошо, и люди к тебе подходят, уже можно сказать, что что-то с тобой не то. А когда этот человек, который науськанный, вот старший, ну ты же старшего не увидишь, никто же не ходит в пинджаках, в их с отливом. Нет, они, у них есть свои нукеры, называются клевреты, как у сатаны. И они только ищут, как вас поглотить. Поэтому нужно говорить местами Писаний, место Писания залучит, поэтому нужно читать постоянно место Писания. Господь умудрит вас, что сказать, и стараться беседовать с теми людьми, которые вам ближние. Если вы на проповедь не ходите специально, а вы молодежь, вы очень много людей встречаете по своей жизни, ножками-то бегаете туда-сюда, уж я тоже сколько бегал. И поэтому вы беседуйте с теми людьми, которые рядом с вами. Присмотритесь, чем-то поделитесь. Если пост, не ешьте скромное, человек обратит внимание. Если спросили о бороде, скажи, что это закон Божий. Не говори, что мода такая там, и всему, поглядите, он тот ходит, тот с бородой. Я вот когда на Соленое озеро ездил, вот три раза туда ездил, ни одного человека не видел, чтобы он был одетый и с бородой. Я единственный. Я одетый и с бородой. И Марина тоже у меня в таком платье. И тоже. Ничего не спрашивали. Ничего никто не спрашивал. Да нет, там были у меня разговоры. Первое время. Я еще не плавал тогда по озеру Соленому. Думал, что нельзя по нему плавать. Не могу плыть. А потом думаю, а что я на спине не попробую? Попробовал на спине и не был на озере. Я все это озеро вдоль и поперек туда уплыву, туда, оно короткое, там 3 километра всего. Я утром заплываю и на 2-3 часа уплыл, и все, меня нету. И не с кем мне разговаривать. Разговариваю с птичками, которые пролетают мимо. А, уточки там еще какие-то плавают. Что за уточки? Я сначала не поверил, думаю, мираж какой-то, плыву. И вот так смотрю, ну так же мне все видно, это озеро. Солнце и как мираж какой-то. И плывут вот так, как утки какие-то. Маленькие. Так отсвечивают серебром, я думаю. Да нет, они вот такие здоровые. Я думаю, что это такое? Я остановился вот так. Думаю, что-то мне мерещится. Нет. Я думаю, что в Соленом озере они делают, эти утки-то? Они воду как будут пить-то? А тебе, может, показалось. Да нет, я подождал, и они мимо меня проплыли. А я такой в кепку спрятался и смотрю на них. Потом думаю, надо будет спросить, что за утки-то. Это тебе было такое... Да нет, они потом еще там... Люди видели, да, я спросил. Да. Я говорю, видели уток? Да, утки есть. Они есть? Что такое, не знаю, короче говоря. Ну вот так, утки, да. Поэтому утки. Вот уткам проповедуют. А так вот это, так вот, где вы встречаетесь с людьми, найдите ближнего. Потому что ближний, кому оказал милость? Ближнему своему. А ближний кто? А тот, кто в заботе, нуждается в заботе. А кто нуждается в заботе? Человек, который... Ну, деньги, понятно, сейчас деньги, сейчас у всех есть пенсии, социальные пособия. Видели, сколько сейчас правительство выплачивает за детей? Да. За первого 630 тысяч, второй ребенок родился 850 тысяч.
Это в этот год только. На следующий год, сказали, будет еще индексация. И, наверное, сделают миллион уже за ребенка. Миллион. То есть, родите, пожалуйста. А мы... До 18 лет, прости, до 18 да, лет. Да, и до 18 лет еще деньги. И это, нет, с пят, это ой, до, пят, а? До пятого класса. Выплата. До пятого класса кормят бесплатно обедами. До четвертого включительно. До четвертого включительно. Ну, до пятого я и сказал. Ну, да, понятно, надо четко говорить. До четвертого включительно. Начальная школа. Начальная школа, да, начальная. Я тоже учился в начальной. Я понимаю, что 4 класса начальная. Хотя там же 11 лет, а у нас было 10. Да. Началка была 3 года. Да, поэтому смотрите, с кем вы разговариваете. Если вот там у тебя старые люди лежат, уж доброе слово можно сказать. Ну, они скажут, да я верующая. Верующая, ну не заморачивайся, скажи доброе слово. Раз верующие, да благословит вас Господь словами такими. И скажи место Писания о том, что Господь любит вас. Господь Христос любит вас. Он ждет вас. Если вы все исполните, и спросите, так вы исполняете, все, поститесь хотя бы так. И тогда начинать, как вы ходите, в штанах или в юбке там. То, ну, если уже кто-то умирает, тогда ладно, не об этом говори. Говори о том, что рай, ад, и что, пойдите в рай, молитесь, вызовите священника хотя бы. Ну, а у тебя-то там, ты сейчас на практиках, и там у тебя... У меня уже закончилась практика. Ну да, но я к тому, что еще будет у тебя впереди много чего. Ты там поаккуратнее, только не дерись ни с кем. С кем? Ваня, он, Ваня, он прямо у него на лице написано, что он добрый. А у тебя, некоторые ты такой, считают, что слишком. Ты такой очень, у тебя лицо такое суровое само по себе. Ты даже своим одним взглядом можешь кого-то обидеть. И тебе сразу скажут, что здоровый, здоровый, там любой на тебя залупится маленький. Сразу ему охота тебя победить. Поэтому ты сердце свое... Расположи, да, к этому человеку. Помолись, скажи, Господи, да расположится сердце его. И знаешь, что-нибудь ему дай. Пирожок есть у тебя, подари ему пирожок. Семечек там насыпь ему в горсть. Что-нибудь такое. Ну или отойди, не беседуй ты с такими людьми. Беседуй с теми, кто, хочет, расположен слушать. Сердцем, да. Ну а сестрам что, с мужчинами вообще не разговаривайте. Да. Не подходи к мужчинам. Видишь, там смазливый парнишка, что-то там. Наверное, он добрый. Mm-hmm. Не надо туда идти. Если он без бороды, нету у него. Если с бородой еще можешь поговорить, ты семинарист или кто? Может быть, что-то расположится он к тебе. Жеребчики. Будет муж у тебя, священник. Жеребчики. Ну да. Ну, то есть, вот так, молодежи. Хорошо молодежь, если есть кому что передать, да? Но мы-то уже как бы пожили. У всех с теми. Так, и это, сестра Елена, ты, если что, тебе тяжело там с книгами и так далее, ну, брат Владимир, если я тут каждое утро, если что-то надо отправить, я могу и раньше приехать, ничего страшного, я тебя прошу, что ты только не надрывайся, ну ладно, там будет много книг, ты, пожалуйста, попроси о помощи, хорошо? Я уж как-нибудь горбатый там, квадратный, что-нибудь дотащим. У меня специально для этого есть повозка. Я ее закладываю себе в машину. Привожу сюда. И брат Владимир на этой повозке все возит. И вот он так вот крутится на повозке. А без повозки, да, я понимаю, таскать коробки вот эти, это, в напряге, это вот тут шея. Вот тут же вот, и вот эти вот все пазухи, как они, воротниковая зона. И от нее много зависит, вот эти лимфы там всякие и так далее. Правильно я говорю? Ну и все. И плохое снабжение мозга идет, крови. Так что я прошу тебя, не надо. Ты и так столько сделала. Ты уже Надежда Васильевна Лапкиной, супруга Игна Тихоновича Лапкина, поставлена в пример всем сестрам. Все. Высшего добиться. Ну, невозможно будет. Ни диакониса тебя не сделает никто. Ни священницей тоже, конечно, у нас нету этого понятия. Хотя в православной церкви Финляндии есть. Мы не будем туда стремиться. А Надя Дмуха сколько много тоже делает. Так, Надя Дмуха, она вообще это старшая сестра сестричества. Так что о ней как бы разговора не идет. Идет разговор о рядовых членах, сестрах наших. Вот Елена, да. Что сказать, так и есть. Но у нас есть подрастающее поколение. Вот у нас растет. Вот. Дроба. Ефросинья. Старшая сестра, там непонятно, она это, будет этой пошивной королевой, наверное, я так понимаю. А Ефросинья, это наша Надежда. Вот. Юля, она пошла в детские болезни.
ну пускай детей лечат, хорошо, а она пойдет во взрослое, она будет еще выше, чем Виктор Андреевич, дай-то Бог. И когда я уже совсем у меня, я попрошу ее, пожалуйста, обрежь мне одну ножку, сделай, чтобы она ходила. И она уже будет с такими технологиями, она обрежет ножку, дядя Игорь вставит нужную, и дядя Игорь 80 лет, ля-ля-ля-ля-ля, такой бодрый будет ходить. То есть, видите, у нас надежда. Я, братцы мои, я тот самый страждущий, я тот самый ближний вам. Обратите на меня внимание, если что. И Игнатий Тихонович тоже. Надежда Васильевна, вам и так помогают, вам помогают. Вы как у Христа за пазухой или нет? Да. Но кто вам привозит то, что вы любите, и то, что вам не запрещено? Владимир Александрович и Володя, да. Володя больше всех работает. Ну, Любовь Николаевна. Так, Любовь Николаевна там. Ну, чуть-чуть хоть. Ну ладно, все. Я вообще разговор-то завел для того, чтобы. Игорь Владимирович на машине, обижит она туда. Он на всем поле. Да, да. Город большой, огромный. Надо же, чтобы связи были. А на чем? А сейчас как скользко идти. Я стараюсь подвести всех до подъезда, чтобы никто не подскользнулся. До офиса подвозят, самого подъезда меня вообще больше. Так что думайте о других. Я вот к чему. Хотел пример показать, что я, ну, пример как бы какой-то. А да? Меня бортанули так чутко. Следующее воскресенье еще одна дата будет памятная. А, у нас же это, да? День открытия сайта. Сайта. А следующее прям, да? Первое воскресенье февраля. А, первое воскресенье февраля, да. Ну, сайт, да. Что вот у нас сейчас идет прямая трансляция, сайт. Так, ну все. Достойно есть якова истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую, без сомнения, Серафим, без искления Бога Слово рощую, сущую Богородицу тебя величаем. Господь наш милосердный, благодарим Тебя за всю ту любовь, которую Ты нам оказал, тем, что Ты нашел нас и привез, что Ты собрал нас в эту общину, которая уже 33 года, которая имеет свой костяк в лице наших двух валов, которые тянут на себе нас, наши немощи. Игнатий и Иоаким Лапкины, святые братья наши, отцы. Господи, благодарю за то, что Ты охраняешь нашу общину, за то, что Ты людей из разных стран, из разных городов приводишь к нам через посредством интернета, который тоже благодаря Тебе у нас появился. Слава Тебе, милосердный, за все милости и щедроты Твои. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Спаси Христос. На хорошую ночь.